Три. На этой неделе началась проверка образовательных учреждений перед началом нового учебного года. Межведомственные комиссии работают во всех районах города. О том, как проходила приемка детских садов в микрорайоне Южный, расскажем в первом материале выпуска. В детском саду номер 142 на бульваре Гусева приемка начинается с осмотра территории. Для комфортных прогулок детям установили новый теневой навес. В группах сделан косметический ремонт, а в пищеблоке стоят новые столы и монтируют вытяжку. Детский сад очень хороший, видно, что сделано все с душой, все подготовлено. Считаю, что детям будет целый год приятно здесь находиться и заниматься. Еще одним объектом проверки стал расположенный неподалеку новый корпус детского сада номер 155. Дошкольное учреждение оборудовано согласно всем требованиям, включая систему видеонаблюдения и пункт охраны. Мы прошли по всем системам, по всем кабинетам, по всем группам садика. Все группы готовы, все подготовлено, все оборудование функционирует. 163-й сад тоже готов встречать воспитанников. Заведующая Ирина Михайловна показывает проверяющим две отремонтированные группы. Группы волшебные. Все светятся чистотой, красотой, дизайном, пополнением новых игрушек. Поэтому очень много сделано работы в группе номер 4, в группе номер 1. Сделаны ремонтные работы в музыкальном зале, сделаны полностью отремонтированные стены. В ходе приемки межведомственная комиссия оценивает не только выполненный ремонт, но и весь комплекс работ по подготовке учреждения к новому учебному году. Проверяем мы материально-техническое обеспечение, материально-техническую базу, благоустройство территории прилегающей. Ну и дополнительно проверяем санитарно-эпидемиологические нормы. Приемка дошкольных учреждений продлится до начала августа. Затем комиссия начнет проверять готовность школ города к 1 сентября.